Bueno, ahora grabando. Grabando en pleno razón, en un momento primero. Atrás del arco hacia Moscú, hacia Murillo. Iglesia. Sí, no, la iglesia con el órgano. Sala de concierto del órgano ahora. Recuerden la época soviética, que se construían muchas iglesias. Estas son las sobrevivientes. Iglesia. El monumento de la llama de fuego a los caídos, la gubernatura. Eso, en un día nevado, medio resfriado, salí y justo estaba el concierto de órganos, al cual pienso ir y no volver inmediatamente. Se empezó a hacer sabor 4 horas. Mañana espero ir al lago Baikal, levantarme lo suficientemente temprano para tomar el bus, que tengo que reservarlo por internet porque igual se agota tan rápido. Son unos buses pequeños, 17 personas, de viaje de una hora hasta Litvinenka. Sí, son aparecidas lesbianas, pero bueno, hasta ese lugar. Ya, chau. Rijo, por una mano. La puerta hacia Moscú, ya saben hacia dónde está Moscú. Un pequeño paseo peatonal. Monumento a los, no sé si pues oro o madre que está ahí pequeño. La construcción con la cámara. Pequeño monumento. No se nota. Bien, lo escucho la persona. Por este otro lado. Casas de la época. Inicial 1900, 1811, ¿no? O sea, es tan antiguo como otra. Bueno, esa es la universidad. Tal de Bus. De hecho, la universidad tiene 100 años. Lo cumplió en octubre del 2018. 100 años. Un típico juego. Para niños, los columpios, todo eso que se ha ido perdiendo porque ahora todo lo reemplaza las tortitas de plaza activa, que son plazas de ejercicio y que se usan una semana y que ya no se usan. Bueno, creo que se les pare, que van paradas. Este no. Este es el momento que les digo. Quiero comprar el mismo. Un momento los primeros. La industria. Hacer hasta la plaza. Ya nos vemos mañana al concierto antes que para no llegar atrasado como la mayoría de los latinos. Chao. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас очень необычный концерт, потому что, по сути, это полтора концерта. Так случилось, что, уж не знаю, в чем причина, то ли силы зла сгустились, то ли кровавое лунное затмение, которое недавно наблюдали жители Европы. Но на одном из прошлых концертов наш дедушка-орган дал сбой. Оказалось, что поломка очень глубоко, клапан вышел из строя, в результате одна из нот басовых гудела, не прекращая. И таким образом часть концерта не состоялась. И сегодня среди нас, как мне сказали, есть кто-то из тех слушателей, которые не смогли дослушать конец святочного концерта. И сегодня вместе с программой «Токаты. Вечное движение» ближе к концу прозвучит фрагмент из святочного концерта, а именно такой блок «Аве Марии». Множество произведений разных композиторов, объединенных этой прекрасной священной темой. Очень интересный эксперимент соединения несоединимого. Посмотрим, как у нас это получится. А откроет нашу сегодняшнюю встречу, конечно же, токката. Сегодня мы узнаем, что это такое, откуда пошел жанр токкаты, какие токкаты писались в старину и какие пишутся сейчас.
Итак, Иоганн Пахельбель. Классическая органная токката. Ми минор. Самой великой и самой известной органной пьесой, которая тоже токката, и сегодня мы ее услышим. Токката означает прикасаться, толкать, толочь. И действительно, одним из важных признаков токката является моторное движение. Та-т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 а. Если мы такое слышим, вот как предыдущий только что отзвучавший пьесе, то есть основания думать, что, может быть, это токката. Но так было не всегда. В старину слово «токката» в Италии походило по смыслу на нынешнее слово «хит», то есть удар, прикосновение именно такое, мощное и яркое. Хитом называется не только яркая, легко запоминающаяся и просто мгновенно покоряющая пьеса, но и какой-нибудь яркий, запоминающийся момент в церемонии. Ну вот как в нынешних официальных каких-то встречах, если на сцену поднимается какое-то важное лицо, то звукооператор выводит громкость на полную, и звучат фанфары. Обратите внимание, если кто-то вдруг уснул или отвлекся, обратите внимание, на сцену выходит президент, ну или хотя бы губернатор. Примерно ту же роль играла токката в старинных спектаклях. Поскольку театр очень часто был местом не только культурного наслаждения высоким искусством, но и просто местом, где люди могли встретиться, поговорить, обсудить последние новости, то очень важно было дать понять публике, что время пришло, сейчас начнется спектакль. И лучшим средством для этого была какая-нибудь мощная, яркая, фанфарная, инструментальная пьеса. Именно такую пьесу мы сейчас послушаем. Это очень старая музыка,
конец 16-го, начало 17 века, итальянский композитор, один из первых великих оперных композиторов, Клаудио Монтеверди. Именно этой токкатой открывается одна из прекраснейших его опер, опера «Монтеверди».